Короче, не писуйте, ребят. Отсвечивай, что пипец, блин. Ну шо, новая часть. Поехали. Короче, я так понял, что вы уже поняли, да, по названию видоса. И что я имел в виду. Хотя какое название видоса? Просто транспортное средство. Короче, ладно, факт того, что я купил преобразователь ржавчины. Я сейчас буду брызгать и посмотрю, где у меня коррозия и так далее. Мы обязательно побрызгаем и со временем, можем, даже будем и красить его. Ну, посмотрим. Короче. И купил я в предыдущем видосе вам, в части, извиняюсь, в предыдущей части вам не... ребят, не писуйтесь, я отвечу. Не... Это, господи, не рассказал, да, то есть факт того, что вам не показал плюшку. Вот имел в виду, что это у нас набор фонариков на ниппель велосипеда, ребят. Просто максимум заколхозит свой велик, я решил просто. Короче, преобразователь 100 рублей стоит, этот тоже 100 рублей, блин, стоит. Просто максимум заколхозит. Я думал, что забыл про него и в той части вам рассказать, и не обессудьте, ребят, если что. В этой новой части мы заколхозим, так сказать, посмотрим, что он из себя сейчас и стоит и так далее. Вот такая красота, я сейчас фана. Просто, короче, в комплекте идут такие штучки, это переходнички, я так понял, что к этому. Вот, да, мы сейчас пойдем, однозначно ставим, посмотрим, что он из себя представляет. Кубик такой, ребят. Блин, ну прикольно, а что нет-то? А что нет-то? Прикольно. Сейчас пойдем смотреть, ребят. Ну, короче, факт того, что я не знаю, как это будет выглядеть. Мы сейчас попробуем это установить. Вот. Ух ты, бляха, муха. Чуть, ребят, не уронил велик. Прикиньте. Велик чуть не уронил. Короче, мне что-то неудобно. Я сейчас продолжу, ребят. Что-то мне это... Я не знаю. Сейчас мы открутим кое-что. Сейчас пойду показывать вам. Вот это открутим сейчас. Я понял, что это вот сюда надо будет. И, скорее всего, это примерно будет. Сейчас, ребят, я просто снимаю на телефон. Проще всего мне с телефона снимать. Потому что там качество лучше. А ни хрена не. Стоп. А чё на ней? Короче, сейчас, подождите, ребят. Подождите, сейчас. Секунду. Что это за колхоз? Короче, ребят, я разобрался. Чё-то он, блин, во. То ли, блин, батарейки, то ли хер его знает. Вроде до конца докрутил. Не знаю, вот он светится. Вот каждая хрень, вот это при транспортировке, чтобы она не включалась. Он, короче, сам врубается. Я так понял, что... И там батарейки надо будет менять, наверное, скорее всего. Наверное, надо открутить и поставить обратно. Нажал на этот, на стоп. Короче, суть того, что в этой хрени лежит там, в этой, чтобы она не транспортировалась, ну, когда вот именно вот такая плямбочка, надо подлаживать, и чтобы они не включались, вот. Потому что они так, либо можно батарейки просто реально убрать в целом, чтобы не было. Но факт того, что они работают. Просто надо было открутить, и самое главное, чтобы мне кое-что не просрать. То, что у меня не... Вот это мне... Мои пробочки. Пробки мои. Все это не просрать надо. Ну вот, как-то так работает вроде. Короче, ну получается, ты когда едешь, оно типа будет светиться. Когда ты не едешь, оно типа будет стоять. Вот такого плана. Вот, видишь, дотронулся, она работает. То есть вот. Просто хрень. Ну, короче, вот так вот, ребят, получилось. Вот такая штучка, и она работает у нас. Я поставил на одну пока. Вот, сейчас на две поставлю. Насчет что преобразователя. Мы сейчас попробуем. Вот, насчет преобразователя. Мне надо... Я сейчас покажу, что мне... Ну, я еле удобно сел. Вот, видите? Ржавчина идут. Надо вот это мне как бы побрызгать. Будем брызгать сейчас. Попробуем. Вот вторая штучка лежит. Мы сейчас ее сделаем. Не знаю. Попробуем сейчас. Сейчас туда. А, все работает. Чтобы она это... Чтобы не было. Пальцы тоже. Вот. Сейчас посмотрим. Немножко подождем.
Тут тоже надо будет. Видите, оно сзади тоже. Сейчас, блин, мне надо, чтобы вам поднять, ребята, чтобы мне тоже было. Бляха, муха, я даже не зашипела, что ли. Ой. Фу, блядь. Фу. Не, сейчас, ребят, мне просто неудобно. Фу, она еще воняет. Еще воняет она, потому что там кислота. Там еще кислота просто. Она же в этой хрени. Там же вода, фосфорная кислота и, короче, всякая дрочь просто. Вот. То ли это где-то там что. Фу, бля. Короче, сейчас попробую еще раз. И посмотрим уже на утро. Это, короче, бля. Пизду. Осуждаю. Сейчас, пусть там пока проветрится. Короче, я сейчас ставлю эту фигнюшку. Вот, и... Да, кстати, я покажу сейчас, что в той части не показал вам. В предыдущей части. Сейчас покажу. Вот. Инжирная. И вот. Воняет вообще пипец просто. Короче, факт того, что... Факт того, что я сейчас побрызгал, там она вроде, в принципе, вырабатывается, да, вот эта вся фигня. Ну, ржавчина убирается. Конечно, все это надо будет зачищать и красить. Это, конечно, хотелось бы в черный цвет. Ну, понятное дело, он будет ржаветь, и вот это все надо преобразователем этим, все понятное дело. Эту сейчас я поставлю на всякий пожарный. Блин, круто будет, на, чего бы нет. Чисто заколхозит прям реально свой велик. Чё бы нет, блин. И вот. И поэтому так вот. И поэтому так вот, ребятушки. А, забыл сказать. И какие дальнейшие движения дальше? А дальше у нас будет у меня очень много интересных планов. Факт того, что сделать, это, во-первых, купить себе наконец-то это, господи, с головы вылетел. Педали 700, блин, я так как-то не сказал в предыдущей части, да, сколько 700 рублей стоят эти педали. Я посмотрю на зоне, блин, на зоне я посмотрю, и на Авито буду смотреть однозначно, может быть, что-то и куплю. И надо, конечно, менять мне да в основном все менять надо. И колодки надо новые покупать, будем ставить. Однозначно все будет, ребят, надо сделать. Вот. Поэтому у нас очень много планов. И я думаю, что очень много растянется серии. Очень много будет. Так, а шо мы? Давайте посмотрим. Я еще вот эту не вставлял, поставлю. Ну, слушайте, ну, я скажу, в принципе, в целом. Конечно, надо еще протирать это, потому что это преобразовательно. Хер его знает, что он будет. С ним шум. Колесо нормально. Слушайте, ну эффект идет. Эффект идет. Ну, факт того, что в принципе нормально. Блин, все течет. Надо все вытирать. Все вытирать надо, ребят. Все вытирать надо будет. Тряпка, которую... Все вытирать будем. Чтобы ничего, блин, не разъело нахер. Это хуйня. Потому что... Кислота это все, блин. Надо вытирать все. А то все это сейчас разъест. Хером собачьим. И тормоза, блин. Чтоб не разъело. Нахрен надо, блин. И тормоза еще. Разъезд. Ну-ка. Так, работает все. Вот. Поэтому колодок. Надо менять, конечно, колодки эти. И будем уже думать. Одно лишнее движение. С вами канал 24. Всех по лицу. Увидимся на видосах и стримах. Пока.